Друзья, всем привет! Сегодня мы дегустируем винодельню Креница Эстер 2020 года урожая ЗНМП Геленджик Креница Бетта, Краснодарский край, Россия. Сортовой состав мускат, алкоголь 13% объемных. Вино светло-лимонного цвета. Нос вина чистый, без дефектов. Умеренный плюс интенсивности. Ароматы персика, цветение, желтой сливы и нота шалфея. Во вкусе вино сухое, с умеренным, хорошо интегрированным алкоголем, со средней плюс свежей кислотностью, с легким телом. С умеренной фруктовой концентрацией, в среднем по продолжительности послевкусия, с нотой желтой сливы. Резюмируя, это вино хорошего качества, свежая, яркая, фруктовая, многогранная ароматика с хорошей сортовой типичностью. Во вкусе вино хорошо сбалансированное, сочное, легкое, с достойной фруктовостью и продолжительностью послевкусия. Пить сейчас, пока свежее и яркое. Оценка 87 баллов, купил за 1350 рублей. Cheers!